Привет! Вы на канале водовоз.ру. Иван на связи, и сегодня я расскажу вам о диспенсере от Аквида, настольном кулере, который работает без электричества. У прибора черно-белый пластиковый корпус. Благодаря компактным размерам и весу менее 2 кг, его можно разместить где угодно, на столе, тумбе и даже на табуретке. Диспенсер Аквида не нагревает и не охлаждает воду, а просто раздает ее из бутыли, установленной сверху. Выдача происходит нажатием клавиш на панели. Он идеален для тех случаев, когда нужен простой водораздатчик, а помпа не подходит, например, для школ, детских садов или семей с детьми. У этого кулера нет проводов, и он совершенно не зависит от электросетей. Также его можно перевозить в любом положении. Гарантия на устройство 1 год. Узнать больше и приобрести можно по ссылке в описании или в нашем мобильном приложении. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Всем спасибо, всем пока!